3 апреля в правоохранительные органы поступила информация о взломе гаража в ГСК номер 31А. Неизвестные, разломав крышу помещения, угнали автомобиль, принадлежащий 46-летнему жителю Севастополя. Председатель кооператива вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место силовики обнаружили страшную находку – боеприпасы, которые хранились прямо в гараже пострадавшего. Обнаружен был в гараже у гражданина, так сказать, эхо войны, снаряд 76 мм калибром, ржавый, старый, все, который прошел канал ствола, то есть уже был выстрелен. Был найден ВОК-17 также и промежуточный детонатор. Было принято решение на месте увести и уничтожить, что мы и сделали. Патроны, артиллерийский снаряд, детонатор – все они подвержены глубокой коррозии и представляли реальную опасность для окружающих, так как могли сработать в любой момент от малейшего сотрясения. Привлеченные силы специалистов-взрывотехников ОМОНа погрузили смертоносную находку в контейнер, вывезли на полигон и уничтожили. Лариса Драгункина, Глеб Печерских, Лидия Кагородцева. Информационное агентство «Курган.ру».